Перевернется. Так, приехали мы с женой с покатушек. Большую часть поездки каталась она за рулем. Сейчас хочу вам... Вот всю дорогу, пока мы с ней ехали, она всегда говорила: «О, блин, как классно, и рулится он нормально, типа, не тяжело». Вот сейчас она даст свое заключение по поводу того, как все это выглядит и как это все рулится. Сейчас мы катались, и я хочу сказать, что я еще тот оценщик, что мне очень понравилось. Я на большой скорости прям ехала сильно. И рулилась очень легко. Поначалу я думала, что, Дим, ты что, поставил такой двигатель, теперь мы не сможем поворачивать. Но нет, на самом деле очень все удобно и хорошо. Руки в тепле. Классно, мне очень понравилось. Завтра еще поедем кататься. Я буду за рулем опять. Хотите посмотреть? Конечно. Она так говорит, потому что еще ни раз не забуривалась. Сейчас буду выезжать отсюда. Как-то надо его вниз травить. Там будет видно. Я сегодня два раза забуривался в горе, но я вот сейчас вот показывал вам до этого фотки, как я там стоял. Ну, видео даже есть, наверное. Поэтому легко ездить, когда ездить по ровной местности. Все это вроде классненько, а вот так на самом деле забуриться на нем вообще сложно.